Доброе утро, дорогие друзья. Если быть точнее, добрый день. У нашего лектора уже время немножко более позднее. Сегодня у нас особенный день для нашего методического лектория в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества», потому что сегодня мы завершаем серию лекций от победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Сегодня у нас состоится две лекции, и для того, чтобы начать первую, мы с вами отправляемся в Омскую область. Сегодня вместе с нами на связи Венера Ульфатовна Мухамадеева, заместитель директора по УВР Междуреченской средней общеобразовательной школы Тарского муниципального района Омской области. Здравствуйте, Венера Ульфатовна. Я очень рада нашей сегодняшней встрече и с удовольствием готова передать вам слово для начала нашей беседы. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, краеведы и организаторы конкурса краеведов. Сначала мне бы хотелось поблагодарить организаторов конкурса краеведов за такую прекрасную возможность общения, пусть даже онлайн. Но мы познакомились благодаря конкурсу с близкими по духу и интересами, такими же краеведами, за богатейший опыт, который мы получили вот за эти месяцы. И даже пандемия не смогла помешать нам, потому что благодаря умелым действиям организаторов смогли пообщаться, послушать друг друга, поделиться своим опытом. За эти дни звучало немало выступлений, из которых следует, что все, кто участвовал в конкурсе и поделился опытом, у нас это люди, любящие свое дело, настоящие краеведы. У всех свои методы, у всех свои формы работы с молодежью. Но объединяет нас всех одно – это желание передать нынешнему поколению свои знания, свою любовь к родине, к своему краю. Откройте просто какая-то слайд. В Омской области, поселке Междуречье. Мы удалены от областного центра на 400 километров и от районного центра тоже далековато живем. Но красива природа наших мест. Величаво огибая поселок, несет мимо свои спокойные воды Иртыш, чуть отступив от берега прямо у околицы, раскинул свои вечно зеленые объятия Сибирская тайга. Воздух здесь в любое время года чист, свеж, насыщен сосновым запахом и чудными примесями таежного разнотравья. Ведь недаром у нас на все лето съезжают очень много отдыхающих. Испокон веков тут жили люди разных национальностей. Как исторически уже сложилось, русское население соседствовало с татарским. В годы Столыпинской реакции село пополнилось выходцами с разных окраин России. В 41-м это прибыли немцы с Поволжья, в 42-м Атакский дух принял 400 женщин и детей из блокадного Ленинграда, в 47-м приняли украинцы и латыши. Так появились здесь разные национальности. На сегодняшний день в братской семье живут около 2000 человек. И хотя вот населения вроде бы и немало, но на территории нашего поселка нет. Он сгорел 15 лет назад. Школа наша является единственным культурным и духовным центром в поселке. Сейчас село Междуречье.
Село Междуречье – это официальное название нескольких деревень – Ата, Катачка, до Причапова, которые расположились на территории Междуреченского сельского поселения. Когда-то эти все деревни были самостоятельными, независимыми друг от друга сельскими образованиями. И каждый из них имеет свою самобытную историю и свой особый путь развития. Работаю я уже в школе 30 лет, преподаю немецкий язык. И хотя, казалось бы, немецкий язык ничего не имеет общего с краеведением, то именно первые шаги краеведения были сделаны именно с этого предмета. Изначально это было изучение с ребятами немецких имен на примере нашего поселка, потом дальше больше. Нас заинтересовало, как вообще у нас в поселке появились немцы. Так мы провели большое исследование по депортации немцев по Волжье в наш поселок в начале Великой Отечественной войны, а и в трудных годах, в трудармии и на лесозаготовках. Люди с болью вспоминали и со слезами то страшное для них время. Многие уехали. После войны, а кто привык к нашему поселку, многие уехали в Германию после войны, а кто привык к нашему поселку, те уже остались навсегда. Мы защищали этот проект на разных уровнях. Впоследствии эта работа вошла в книгу «История сибирских деревень. Атак Междуречья. 1768-2015». Начиналось все в далеком 2005 году. Готовясь к празднованию 60-летия Победы, мы с ребятами много времени уделяли поисковой работе и сбору информации по ветеранам, проживающим в нашем селе. У учащихся постепенно возрастал интерес к краеведению. Так возник вопрос о создании патриотического объединения. Сначала это был патриотический клуб «Современник», которому на сегодняшний момент уже 15 лет. 8 лет подряд наш патриотический клуб становится победителем на районных слетах патриотических клубов объединений. В 2008 году он стал, ему, вернее, было присвоено звание «Отряд Лидер». В 2015 году на областном слете патриотических клубов мы дважды становились призером. В 2018 году тоже занимали призовое место. Для ребят более младшего возраста было создано объединение «Юный музеевед», который тоже также становился и призером, и победителем конкурсов творческих работ и на муниципальном, и на областном уровнях. Была также сделана огромная работа, проведенная, связанная с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне, годом учителя. Ребята занимались сбором информации не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и о ветеранах педагогического труда, тружениках, которые готовили проекты. Собранный и оформленный материал затем ребята использовали для написания и защиты научных работ по истории, краеведению, геологии, географии. И вот в 2010 году в нашей школе впервые прошел конкурс проекта презентации двух главным датам посвящается. Учащиеся рассказывали о ветеранах войны, учителях, работавших в нашей школе, о репрессированных односельчанах, побывавших на Кулае. И вот с этого года у нас проведение школьной краеведческой конференции стало уже традицией. В начале каждого учебного года мы определяем тему
Мы определяем тему предстоящей конференции, пополняя тем самым раздел музея и обогащая знания учащихся о малой родине. Каждый класс с 1 по 11 выбирает из предложенных тем понравившуюся и работают в течение года в поисках информации в апреле, а потом проходит защита проектов. Мы с ребятами за эти годы выполнили множество проектов. Когда мы проводили свои исследования, мы обращались не раз в сельскую администрацию за справками, но оказалось, что там очень много информации. И вот тогда мы с новой силой принялись изучать историю села. Она, как оказалось, богатейшая. Это сейчас наш поселок называется Междуречье, а до 1983 года здесь были 4 самостоятельные деревни, позже объединенные в один поселок. Самая старейшая из них, деревня Речапова, отпраздновала в этом году свое 260-летие. Вот с нее-то мы и начали. Так как я так близко, не то, деревня расположена на берегу Иртыша. С одной стороны, здесь она совсем близко к домам, соединилась с лесом. Богатая крупной, сладкой клюквой, и раскинулись болота. Прямо из леса вытекает 5-я речка, пути пересекая так называемое глухое озеро. Здесь также можно напиться с настоящей родниковой воды. Раньше жители деревни ходили именно к этому роднику и брали воду для питья. Пить воду там, где купаются, считалось большим грехом мусульман. В 1931 году здесь у нас на территории поселения был образован промотель Тулпан. Свидетельством тому является почетная грамота, которая вручалась в честь 20-летнего юбилея артели, и эту грамоту впоследствии передали в школьный музей родственники бывшего председателя артели. Артельщики строили паромы, изготавливали пауски, лодки, сеяли пшеницу и овес, занимались заготовкой леса, шишек, а также сена для артельного скота. При изучении документов артели Чулпан нас с ребятами поразило то, что в артели войной и послевоенные годы, вплоть до слияния артели с Атакским деревообрабатывающим комбинатом, работали в основном старики, женщины, подростки. Количество работающих колебалось от 100 до 120. Но самое удивительное то, что на плечах 100 артельщиков были многочисленные цеха, заводы. Только в 1949 году их было свыше 10. Это и лесопильный цех, судостроительный, смолокорный, кузнечный, ремонтный, столярная, мельница, конюшня, овощехранилище, кирпичный завод. Старожилы вспоминают также, что в 30-е, 40-е годы прошлого столетия на месте жилых домов, расположенных в конце улицы Космонавтов, стояли бараки, обнесенные колючей проволокой. В них содержали заключенных, которые привезли сюда не только за политические взгляды, за доносы и оговоры, но и за то, что выбирали колоски, оставшийся мелкий картофель на полях. Документом промысловой артели Чулпан это была колония НКВД номер 3. Здесь били, держали проволоки, хранили здесь же на территории колонии. Когда не хватало рабочих рук, то их гоняли также в лес. Когда леспромхоз перестал существовать, документы в артели были переданы в школьный музей, откуда мы с ребятами как раз и узнали подробности. Из самых старинных зданий на территории нашего села сохранился до сих пор двухэтажный жилой дом, которому считается 200 лет. Ранее он принадлежал зажиточным селянам. Сейчас в нем живут потомки в четвертом поколении. Вообще вот во всей деревне до войны насчитывалось 4 или 5 двухэтажных домов, которые принадлежали зажиточным селянам. Ну и позже их либо разорили, либо расплачили, их дома раскатали в односпопные дома. Здесь вот только сохранились из семейных архивов на фотографиях некоторые такие дома. Мы много говорили со старожилами, собирали по крупицам информацию, ездили в районный архив, это он от нас очень далеко, в районном центре более 100 километров, сидели с архивными документами в читальных залах. И спасибо работникам архива, которые понимали нас,
и всячески старались помочь в наших изысканиях. Когда мы закончили исследовать историю Аргелии, мы произвели развитие от лесопункта до филиала лесоперерабатывающего предприятия «Авакомпания» историю Атаковского леспромхоза, который в 2000 году был градообразующим предприятием в нашем поселке. Ребята с удовольствием вели поисковую работу. Результатом и одновременно стимулом дальнейших краеведческих наших изысканий явилось и создание школьного историко-краеведческого музея. В ходе поисковой работы набралось очень много экспонатов, что и натолкнуло нас на мысль о создании музея. Ведь главная задача какая музея? Это воспитание духовно-нравственных ценностей, любви к родине. И тем более, что материалы музея находят практическое применение почти на всех уроках, как на окружающей мире, на технологии, искусстве, общество знаний и на других. Ребятам нравится смотреть вещи, которые уже давно вышли из обихода, трогать их, узнавать историю возникновения. И хотя он у нас еще молодой, всего 12 лет, но уже сейчас в нем насчитывается более 1000 экспонатов. Разделы музея, по которым мы ведем свою работу, это и история села Междуречья, это и предприятия на территории села, это и ветераны педагогического труда, выпускники школы, русская изба, убранство татарских жилищ, быт и культура местного населения. Музей изначально располагался в маленькой комнатушке, а потом перешел в просторное помещение, разделенное по разделам музея. Например, в разделе «Люблю тебя, мой край родной» хранятся старинные книги на русском, татарском, французском, немецком языках, Коран на арабском и русском языках, очень старые молитвенники на немецком языке, издание 1900 года по 1960-е. Далее имеются и монеты, которые находили при раскопках или просто в огородах. Есть даже зубы кости мамонта, найденные на берегу Иртыша. Одним из разделов музея, по которому была проведена огромная работа, является предприятие на территории села Междуречья вчера и сегодня. Мы проследили этот путь развития от маленького лесопункта до огромного предприятия. С 1997 года в леспромхозе наступило затишье. Его перекупали, перепродавали, объявляли банкротом. Для рабочих и жителей поселка наступили тяжелые времена. Менялись директора, менялись хозяева. Более десятка лет наш леспромхоз, бывший в 80-е годы одним из ведущих предприятий лесной промышленности в области, пребывал в коме. Снова Атаковский леспромхоз оживили в 2006 году, но опять-таки ненадолго, какие-то 7-10 лет. И вот теперь на месте нашего леспромхоза осталась одна пустошь и куча сгнившего уже леса, внесенная все забором. Все оборудование вывезли, Атаковский лес перестал свое существование. Перед расформированием служащие конторы леспромхоза передали в музей на хранение книгу почета, архивные документы партии или фотоматериалы. Вот мы здесь даже видим, у нас Авакомпания на протяжении 5 лет премировал 10 лучших учащихся школы, стипендии в размере 500 рублей ежемесячно. Но это длилось недолго. Следующий раздел, по которому мы работаем с ребятами, это история школы. Первая школа, возникшая на территории Междуреченского поселения, была лесозаводская школа. И появилась она в начале 20-х годов. Здание первой школы сохранилось до сих пор. Название она получила от лесозавода, который был основан в 2014 году и располагался между двумя деревнями Речапово и Атаком. Изначально эта школа была 4-летней, или начальной, как сейчас мы говорим.
вот из беседы с одной ученицей, из ученицы из заводской школы, мы узнали, что трудные, конечно, времена были, и даже после четвертого класса приходилось маленьким ребятишкам ходить за 7 километров отсюда. Ходили в основном в гурьбой, и особенно было страшно зимой, когда утром уходили по темноте, вот как сейчас, да, и возвращались уже по темноте. И в седьмой класс только они пошли в Атакскую школу, которая у нас открылась в 1943 году. Атакская школа просуществовала до слияния с береговой школой до 1970 года. Совсем рядом через Ельник расположилась татарская деревня Речапова. В 20-е годы в деревню коснулось одно из известных мероприятий – это ликвидация безграмотности. И вот в 1930 году здание мечети, которое было построено в 1844 году, была открыта татарская национальная школа. Она просуществовала до 1977 года. В 70-е годы численность учащихся в школе составляла 230-270 учащихся. А если учитывать, что в то время одновременно действовали все четыре школы на территории нашего поселения, то учеников было около 1000. Все учились в разных четырех школах. В Речаповскую школу много достойных людей вышло из... Речаповская школа – это замечательные люди, директор Дворца культуры имени Горького в Санкт-Петербурге, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, это Анвар Визванович Сайбагин, также кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы в отставке, врач, хирург, это Альфред Ридович Изатуллин. И также легкоатлет Риман Зайнулович Айтмухаметов, обладатель Кубка СССР, трехкратный чемпион РСФСР, и также трехкратный победитель Всемирных игр среди ветеранов по легкой атлетике. В 2011 году Нариман Айтмухаметов завоевал итальянское легкоатлетическое золото. В 1901 году и в дальней Атачке была также построена школа. Но здесь она была также татарская, и учились в основном только атачинские детишки. После четвертого потом у них был выбор либо в Атакскую школу, либо в Речаповскую. И впоследствии, в 1974 году, они после закрытия стали ходить уже в береговую школу. В 1970 году после закрытия Атакской школы на базе лесозаводской была открыта береговая школа. И в 1971 году она стала средней. В это время был расцвет лыжного спорта в нашей школе. Ребята занимали призовые и первые места практически везде, в районе, области, в зональных соревнованиях, в соревнованиях Сибири и Дальнего Востока, а также выступали за сборную области на первенстве Сибири и Дальнего Востока, в первенстве России и Советского Союза принимал участие Глущенко Виктор. Сегодня наша школа – это дом для 158 учащихся и 34 работников. Продолжаем ежегодно пополнять музей новыми экспонатами, занимаемся поисковой работой. Вот собирая информацию по выпускникам школ, мы как раз-то и связались по электронной переписке с выпускниками 68-го года, это Сайбагиным и Затулиным. Они предложили нам на основе собранных материалов по истории деревень Речапова и Междуречья издать книги. И так появились у нас книги «Цвет деревни на Иртыше», она была издана в Санкт-Петербурге, и «История сибирских деревень», а так «Междуречье», она была уже издана в Томске. Всю оплату за издательство этих книг замечательные люди взяли на себя, и мы благодарны за это, потому что результаты своего труда увидели не только ребята, чьи работы вошли в книги, но и жители поселка. Тем более, что редактор Сайбагин, он отправил
100 экземпляров книги в дар односельчанам, Тарскому краеведческому музею, районной библиотеке, сельскому поселению. За годы существования наша школа выпустила из своих стен свыше 1500 учащихся, которые стали впоследствии хорошими специалистами. Ну и здесь тоже хочется сказать, что у нас школу, нашу школу закончил кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики педагогического университета, это Шахмарова Роза Разиевна, заведующая кафедры, еще кандидат биологических наук, преподаватель лечебного факультета кафедры мобилизационной подготовки и здравоохранения медицины катастроф, это медицинская академия в Омске, Каримов Альфред Васильевич. Дальше, завершающим этапом нашей работы по истории образования стал выпуск сборника «Листая школьные страницы», который был выпущен к 45-летнему юбилею школы в 2016 году. Сюда, в музей, к нам ходят не только школьники, но бывают все желающие, родители, гости поселка, археологи, ведущие раскопки на междуисчезнущей деревне Русаул, поселка Междуречья. Праздники мы приглашаем ветеранов, тружеников тыла, сельчан, которые приходят и приносят с собой что-нибудь в дар музея. Например, на хранение в музей вдовы ветеранов передали награды своих мужей, полученные в годы войны. Это ордена, медали, грамоты, письма с фронта, удостоверения, которые теперь хранятся в разделе «Мы помним и гордимся». Вся информация о ветеранах войны, о тружениках тыла и об участниках боевых действий в Афганистане, в Чечне у нас размещена в зале боевой славы, который у нас открылся в год празднования 75-летия Победы. К 75-летию Победы, вернее, зал боевой славы был полностью обновлен. Добавились экспозиции, память, смертный полк. Все для фронта, все для Победы. Экспозиция «Победа». Все дальше вглубь в историю уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. Память о Великой Отечественной войне, ставшей для наших современников уже далекой истории. Это не только хроники, летописи, дневники, но и исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее. Приходит поколение ребят, которые, к огромному сожалению, станет уже последним поколением, успевшим увидеть ветеранов Великой Отечественной войны. Война не обошла и наш поселок. Пощадила судьбу ни одной семьи и отпечаталась тяжким временем в сознании каждого человека. Всего у нас ушло на фронт 235 односельчан. И из них вернулось с фронта домой 122 человека. В школе собрано материалы о 100 ветеранах войны. Чтобы передать эстафету по памяти, показать учащимся величие, мы пришли к задумке нового большого проекта. Это «Спасибо деду за победу». Основное назначение социального проекта «Спасибо деду за победу» – это создание условий для освоения ребятами социально значимого опыта различных видов деятельности. Проект был направлен в первую очередь на активизацию лидерского творческого потенциала ребят и дезорганизацию самоуправления. Сама идея создания этого проекта была рождена раньше, в 2014 году, но сразу ее реализовать, конечно, было сложно из-за того, что необходимо было провести большую подготовительную работу. Мы хотели вовлечь в патриотическую работу как можно большее количество подростков, взрослых и односельчан, объединить их с помощью предстоящей годовщины Великой Победы. Члены клуба «Современник» здесь участвуют в самых различных мероприятиях патриотической направленности, конференциях, конкурсах, дистанционных викторинах, получили необходимый опыт выступлений перед своими сверстниками. И в дальнейшем это позволило ребятам начать оказывать уже реальную помощь в реализации проектов. Помимо этого, стало традицией проводить недели акции «Все для победы».
Например, акция «Творим добро», когда мы, наши ребята, ходили, помогали труженикам тыла на территории нашего поселка. Собирали мусор, убирали заваленки, приносили дрова во двор. То есть помогали во всем. Вторая акция – это акция «Героев в лицах», когда у нас ежегодно добавляют к имеющейся информации, материалам. В этом году мы еще нашли информацию о 4 односельчанах, участниках Великой Отечественной войны. Акция «Обелиск». Ежегодно мы убираем территорию возле обелисков, а их у нас 4 по количеству деревень на территории Междуреченского сельского поселения. И вот ежегодно мы проводим подобные акции. Акция «Дань о памяти» у нас возродилась лет 5 назад, когда мы с ребятами идем к могилкам участников Великой Отечественной войны. У многих уже не осталось родственников, чтобы наводить порядок, прибрать мусор или поменять, допустим, цветы. И мы делаем это. Дважды мы ездили, обращались в военкомат, потому что у 2 участников у нас войны сгнили кресты, и военкомат откликнулся и поменял им памятники. Следующая акция – это «Бессмертный полк», когда мы ежегодно выходим на митинг, неся в руках фотографии с участниками. И каждому хочется показать значимость и вклад своей семьи. Короткое, это емкое слово «победа». Ну, акция «Вспомни всех поименно». В этот день мы приглашаем единственного ветерана, который остался у нас на территории поселка, это Германа Александровича Ефимовича, тружеников, вдов, к нам в школу. Для них организуется концерт, проводятся классные часы, проводим экскурсии в школьный музей, где ежегодно стараемся менять экспозиции о войне, и чтобы им было интересно приходить к нам в гости. Акция «Веточка Победы». Ежегодно дарим всем труженикам тыла, всем, кто приближал победу своим героизмом, веточку победы, чтобы распустившие зеленые листочки показывали старшим, что молодое поколение помнит их подвиг и бережно хранит память о них. Завершился у нас этот проект сборником «Спасибо деду за победу», который включил в себя списки участников Великой Отечественной войны, воспоминания оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла Междуреченского сельского поселения. Но помимо перечисленных разделов, в музее также есть разделы «Русская изба», «Убранство», татарских жилищ. Но так как в основном у нас русско-татарское население, поэтому мы решили отразить это в нашем музее. Есть разделы также, которые отражают быт и культуру населения. Мы в постоянном поиске ищем новые пути, формы вовлечения ребят в новые дела. В прошлом году мы задумали проведение районного фестиваля национальных культур «Сибирские мотивы» на базе нашей школы. Получилось очень хорошо. И перед весенними каникулами этого года мы во второй раз уже пригласили на районный фестиваль участников «Сибирских мотивов». В этом году праздник был приурочен к 75-летию Победы, и многожанровый фестиваль включил 5 номинаций. «Художественное слово», «Закал», «Танец», «Национальные традиции и обряды», «Национальные игры». Ребята из 6 школ Карского района, Центр детского творчества, Самсоновского дома культуры, Карского дома дружбы исполняли стихи, песни о родне и родном крае. Также мы показали нашим артистам музей и познакомились с экспозициями «Быт и культура» для русско-татарского населения поселка Междуречия, выставку «Национальные костюмы» и познакомились с экспозициями, выставками, организованными музееведами
75-летия Победы. Многое делается нами и в экологическом направлении. Ведь видеть у нас красивые чистые улочки, радоваться, что это тоже часть работы, доставляет удовольствие. Летом мы с ребятами занимаемся очищением водоемов, улиц, села. В течение учебного года школьники принимают участие в различных экологических мероприятиях. Разработан план, проект «Чистый дом», который был посвящен важной этой злободневной проблеме настоящего времени, проблеме загрязнения окружающей среды. Ребята любят видеть результаты своего труда. И поэтому моя задача – это поощрять и стимулировать тем самым ребят на новые поиски и победы. В течение учебного года мы с ребятами ездим на ледовую арену, в краеведческие музеи, в Большереченский зоопарк, когда наступает лето, в бассейн, ходим в походы, изучаем достопримечательности, окрестности соседних деревень. Тот, кто не уважает обычаи своего народа, не хранит их в своем сердце, тот позорит не только свой народ, но прежде всего не уважает самого себя, свой народ и своих древних предков. Так звучит лейтмотив краеведческого направления в духовно-нравственном воспитании обучающихся. В этом учебном году мы с ребятами работали еще параллельно по музейным экспонатам. В музее собраны у нас более 20 утюгов разных времен, от литого до электрического, и ни один утюг не повторяется. Исследовали историю утюгов, например, наших экспонатов. Не менее интересной была также работа по весам, которых в музее тоже собралось немало, от кантариков до напольных весов. Сейчас мы готовимся уже к другой большой дате, это полувековому юбилею школы, намеченные этапы. Ребята с удовольствием работают по намеченным направлениям, ищут, исследуют. Я уверен, что у нас все получится. Также мы параллельно работаем над проектом «Хранители истории и времен» по школьным музеям нашего района. Мой успех в работе по краеведению заключается в успехе моих ребят, которые любят свою малую родину, любят свой край, наше общее дело. Спасибо за внимание. Всем успехов, удачи, улыбок. Берегите себя и близких. Спасибо большое, Венера Ульфатовна, за такой подробный и интересный рассказ. На самом деле не каждая, даже большая школа может похвастаться таким количеством акций, мероприятий, как в области краеведения, так и, в принципе, работы воспитательные со школами, с учениками школы. Школа небольшая, и у нас среди наших зрителей очень много также преподавателей и педагогов из маленьких сельских школ, поэтому я уверена, что опыт, который вы сегодня нам передали, может быть применим и к их образовательным учреждениям. Важно, что среди участников есть как малыши, так и ученики старших классов. Особенно, наверное, важно отметить именно сегодня, когда мы говорим, что вовлекать в такую краеведческую работу необходимо детей всех возрастов. Большое вам спасибо за то, что сохраняете память о героях Великой Отечественной войны и не только работаете в направлении сохранения знаний, сохранения какой-то информации о тружениках тыла, о ветеранах, участниках боевых действий. Важно, что вы им помогаете и показываете, как можно делом помочь старшему поколению, показывайте это своим ученикам. Большое вам спасибо. Хотим еще поздравить вас с будущим юбилеем школы. 50 лет – это серьезная дата. Я уверена, что
вы сможете отметить ее очень широко. Это будет праздник как для педагогического состава, так и для всех учеников. Мы очень рады, что работа, несмотря на сложности нынешнего года, у вас не прекратилась. Мы видим мероприятия, акции 2020 года, даже осени 2020 года. Тоже очень важно сейчас для ребят сохранять чувство единства, даже в такие сложные времена. Возможно, сейчас это особенно даже важно. Еще раз большое вам спасибо. Мы не говорим, мы не прощаемся, мы говорим до скорых встреч, надеемся на наше будущее сотрудничество и взаимодействие. И желаем вам тоже здоровья и беречь себя, потому что сейчас это особенно важно. С наступающим Новым годом! Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.